уставе строгий параграф относительно детей. Но я допускаю, что ради нашего гостя, который так разволновался, видит Бог, я этого не хотела. Исключение может быть сделано. Спасибо. Иди сюда, девочка. И ничего не бойся. Господа музыканты, возьмите ребенка. Я следил за вами, вы не дрогнули, не поддались жалости. Что с вашим сердцем, любимое? Оно не застыло? Оно есть? Бэ. О, боже, еще и с этой стороны замечания. Уроки морали. А кому это вы помахали, принцесса? Это? Это Патрик, стихоплет наш. Ревнует меня. Дико. Видите? Как коршун следит за нами. Сейчас записку прислал. Я ревную. Кому, простите, ревнует? Ну, около меня сидите вы. Стало быть, к вам. Может и на дуэль вызвать. Он такой. Так ему надо сказать, чтобы он с нами сел. Зачем же его огорчать? Принц, вы бесподобны. Нет, я все-таки растормошу вас, если это вообще способно сделать молоденькая женщина. Нет, голуба моя, водицы холодной не проси, не дам. Так и запалить тебя недолго. Остынешь, сам поднесу лично из вазы саксонского фарфора. Буделаша, ты брат мне теперь и полковник с этой минуты, как обещано. Рад стараться, ваше величество. Молодцов твоих отмечу. Всем приказ гулять 2 дня. Рады стараться, ваше величество. Угодили вы, ребята, своему королю. Слов нет, как угодили. Ведь это ж не конь. Это Аполлон лошадиный. Вот интересно, сам-то он чует, чей он теперь. Ну, чуешь? Ваша милость, посмотрите. Ожила. А я ведь не верила. Я только хотела верить. И вот она. Голубая. Неотложные. Ну-с, о чем шла речь без меня? Надеюсь, Отилли не про этот, как его, акробатический насморк. Аллергичный. Вы меня ущипнули при людях. Да, но любя, любя, но канцлеру я объясню, если будет синяк, что это от меня вместо ордена. Ой, ой, а что вы кислые такие, дамы? Или, может, я помешаю?